очень достойно. Мы готовили, ЦСКА очень серьезный соперник. Подготовились, разобрали. Наша задача была остановить снайперов, остановить игру внутри Клайбора и Курбанова. Практически на протяжении всей игры нам удавалось контролировать снайперов, таких как Декало и Родригес с периметра, Хакет. Тоже практически, я не говорю, что затрудняли броски. То есть мы не давали им свободно атаковать без сопротивления. Контролировать подбор, третья задача была, потому что ЦСКА доминирует на подборах Евролиги, в ВТБ-лиге, таких Клайбур, Хайнц, Курбанов, Воронцевич, ну все практически идут на подборы, и даже если они мажут броски, они подбирают, имеют броски, как бы атаку второго шанса, тем самым контролируют игру. Вот. Наши ребята сегодня сражались, очень здорово защищались на протяжении всего матча, и за исключением концовки, когда мы не смогли справиться с Клайбурном, когда начали играть изоляцию, Клайбур забил в проходе нескольких таких подряд мячей, не смогли остановить, имея преимущество плюс 6 за 2 минуты до конца, не смогли остановить в защите и поторопились в нападении. Но я думаю, что сегодня была настоящая игра, ребята играли сердцем, они объединились как команда, они боролись, было видно, что 3 игрока получили 5 фолов, остальные были на грани, каждый прыгал за все спорные мячи, была борьба, была настоящая игра, вот как противостояние в те годы с ЦСКА «Автодор» сегодня возродилось, и я думаю, что хотел поблагодарить болельщиков за такую поддержку, сегодня зал действительно жил с командой, и такая была невероятная поддержка и атмосфера, и ребята отдали как бы все для победы, но, к сожалению, не хватило не хватило удачи завершить эту хорошую сегодня игру. Но будем работать. Но я думаю, что сегодня игра показала, что мы команда серьезного уровня. Когда играем на равных и ведем практически на протяжении всего матча лучшей команды Европы. То есть наш потенциал очень сильный, но надо реализовать и реализовать свой потенциал в последующих играх для того, чтобы попасть в восьмерку. Спасибо.